Я не чувствую за собой никакой вины, потому что человеку, говорящему правду, не за что извиняться. Мои слова были исключительно точными, цитирует политика телеканал 6 ТВ. Вице-премьер Болгарии назвал патриарха Кирилла агентом КГБ и сигаретным митрополитом России. Патриарх Кирилл известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года этот хитрец вез в страну безакцизных сигарет на 14 миллиардов долларов и вина для нужд церкви на 4 миллиарда долларов. Вилла в Швейцарии, частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Это не восточноевропейский духовник. Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Кто он? Это агент бывшего советского КГБ Михайлов. Терроразрядный агент КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится. Так болгарский вице-премьер отреагировал на заявление представителей РПЦ во время его визита в Болгарии о том, что он разочарован интерпретацией ряда исторических событий. В этой стране ничего не менялось. Трудное детство, нищая старость. Все как было, так и осталось. Унылые лица, усталая вялость. Голодные люди, сытая власть. В этой стране ничего не менялось. Вечные пробки, стойка и грязь. Пробки, стойка, грязь. Пробки, стойка, грязь. Стойка, грязь.